В Иране за последние сутки коронавирус унес жизни 229 человек, сообщают в Министерстве здравоохранения. Это рекордное число смертей от инфекции за сутки. Таким образом, общее количество летальных исходов от COVID-19 превысило 14 тысяч. Отмечу, в связи с ухудшением ситуации в стране, в начале июля власти Ирана ввели правила по обязательному ношению масок в общественных местах. В столице страны Тегеране приостановил работу бассейны и фитнес-клубы. Президент страны Хасан Роухани объявил, Иран переживает вторую волну коронавируса. Инфекция подтвердилась у 270 тысяч человек.